пошли в СДЭК. На улице благодать. Не жарко, но и не холодно. Так, свежо, да? Ну да. Вчера дождь был. Поутру вчера дождь тихо в окна стучал. Стихотворение мое любимое. Куда мы туда сходим? Свет, кстати, делали. Да, я видела. У нас аптека теперь под носом. Боже мой. Ну, рядышком, да. А то из-за этой аптеки аж до Красной площади вечно тащиться надо было. Но все равно здесь не все есть, наверное. Не все, да. Тем более они заказы что-то не принимают. Мы сейчас заказывали, аптека рушится. Идем на Мелькова, чтобы выкупить. Почту сюда бы еще. Да, почту сюда, а чего еще? Ну, пока. Это почта, пойдем быстрее. Сейчас. Вот и как будто снега и не было. Да, его, в принципе, и не было. Как это не было? Ну так, чуток. А вот этот кран что строит? Я не знаю, какой там по номеру. По нумерации. А, дом, да? Да, это по нумерации. Я уже напугалась, что детский сад рядом. Нет, детский сад дальше туда. Это как раз с торца. Вот этот будет дом, а это с торца туда, вот этого дома, который строится. Ага, поняла. А, это же, по-моему, 9-й строится, да. Ну это да. Же... Смотри, какое небо интересное. Я, кажется, запутался. Ну да, здесь запутаешься. Потому что это четверка, аптека. А 9-й это там рядом с тройкой. Угу. Ну как-то у них нумерация странная, домов. Небо что-то все затягивает. Сухопутная, как ее называют, Галина. Сухопутная. Морская справа. Морская. Незастроенный пустырь. Пустырь еще. Ой, сколько же домов будет. Да? Холодная зима в этом году, вообще самая холодная. Третья зима наша здесь, самая ледяная. А то придется это... Где ты есть? Что? Получилось, шило на мыло поменяли. Да нет, почему? Я уже отвыкла от холода. Да правильно, там сейчас. Так там сейчас. Там сейчас снегу по пояс, по колено. И морозы минус 40. А и где? Не надо. С минус 40. Ты про Сургут говоришь, что ли? Нет. 35-40. Где 35? Вчера 14 было. А у нас все 15. То и снега нет. Идем спорим опять. Не могу все. А? Че? Я не спорю. Я говорю, идем, говорю, спорим все равно. Какие ты там 40-то нашел? Это было-то когда? Перед Новым годом. Все прохладнее становится. Там, может, на ту сторону перейти? Ну да. А мы по этой стороне. Почему?
Разве не по той? Бррр. Холодно на улице, холодно в Анапе. Вообще, туда шли еще ничего. Мы туда ходили в СДЭК, у меня мозги замерзли. Получали посылочку, нам от подписчицы пришла посылочка. Сейчас покажу вам. Но мы там ее вскрыли, так как она настояла, проверить ее, там стекло. Ну, ничего страшного. И обратно шли, так холодно. Первая зима нас обманула в Анапе. Она такая теплая была. Так, это хлеб. Люська! Алюська, иди забирай свой корм. Хрюська. Чай теплый. Это твое молоко, не молоко. Дальше. Вот мы ее вскрывали уже. Ну, она настояла. Это посылка. У нас что, с Краснодара же, да? Ну, все облеплено, осторожно, стекло. Мы имя просили не называть. Ну, когда так говорят, я не буду называть. Тут все указано. Правитель. В общем, это от подписчицы. Так, что у нас тут еще? Пошла в агрокомплекс. Там самый дешевый сахар. По 36 с чем-то. И это... А, это там вон тот, который обратно. Филе куриное. В близкой упаковке стоит теперь, выпускаю. Угу. Все там поменялось же теперь. Угу. У них. Вот. Видите, тут все осторожно, стекло, стекло. А! И оно настояло, чтобы мы проверили там, мало ли. Ну, проверили, вроде все целое. Уши. Это было завязано было к этой. Ну, в общем, тут еще одна такая. Вот, сейчас открою. Ой, какой-то этот интересный. Да, это... Они лопаются. Ну, это крупнее, мощнее, пупырчатые. Пупырчатые. Смотрели там же уже все целое. Ну, туда куда-нибудь бросим. Такая вот, я поняла, сахарница, да? Ты поближе подойди. Я как бы... Зайки белые. Так ты зайками поверни. Ну, можно не только сахар. Сахар сколько, ну, туда? Это ручки как бы получается. Не знаю, может, как украшение, ножки, не знаю. Это... Сейчас, подожди, не фокусируется. Вот. Сахар-то много сюда войдет. Может, что-нибудь другое сложить, да? Конфетки спрятать. Да-да, от сладкого отказываться. Я говорю, сахар не надо много, он конфетки. Ну, тогда пускай будут просто стоять. Ну почему просто? Можно чаи складывать. А, да. Вообще, это сахарница от него. Такая вот. Вот такие зайки. Спасибо большое. Она смотрит меня. Спасибо огромное. Мне, нам очень-очень приятно. За внимание, прежде всего. Всегда говорю, что прежде всего за внимание. Ну и, конечно же, за сам подарок. Знают, что я уже, ну как сказать, люблю посуду. Дай ты ей веревочку эту. Люблю посуду. Люблю интересную посуду. Люблю белый цвет. Ну, в общем, люди потихоньку, кто внимательный, конечно, смотрит, прислушиваются к моим пожеланиям. И вот спасибо большое. Прям нам безумно понравилось. Мне понравилось. Угу. Кому неприятно подарки получать? Что говорить? Конечно, приятно. Но мы сейчас приберем. Да. В новую квартиру. Да. У нас уже целые коробки. В новую квартиру. Ну а как? На новую кухню. Да. Чего
кухню кто пойдет? Какую? Какую я кухню хочу? Боже мой, денег сколько надо. Красота. Спасибо большое. Очень-очень понравилось. Ну, все, наверное. Там мы маленько прогулялись. Ну, в общем, я замерзла. Туда-то пошли. Ничего, обратно так холодно. Сравниваю прошлый январь. Вообще, первую зиму, говорю, какая она была теплая. Я думала, они всегда такие тут будут. Прошлую зиму мы как раз в начале января вот ездили в Абрау-Дюрсо. Ну, я на работе был. Муж работал и отдыхал. Ну, сестра приезжала. Да, гости приезжали. Мы наслаждались солнышком, теплом. В этом году что-то вообще жуть какая-то. Дожди-то ладно, но холодно. И что ты так вот думаешь? Думаешь. Может, для местного климата это не так холодно? Ну как? Угу. А я не могу, мне холодно. Хочу тепло. Хочу лето. Вот так вот. А когда-то я за лето терпеть не могла. А теперь все. Ну ладно, не буду затягивать. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто смотрит, ставит лайки. Пишет комментарии. Жду ваших комментариев всегда под каждым видео. Спасибо вам огромное. Всем тепла, добра и желанных подарков. Не, отдельное спасибо за это. Ну, это, конечно, спасибо отдельное. Мы там еще спишемся.